Мне понадобится свежая голова, парни. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Удачи. Каждый, кто встанет между мной и камнем, умрет. Стой! Я не хочу, чтобы здесь случилось что-то непоправимое, но это произойдет, если ты подойдешь ближе. Убейте ее! Аманда! До встречи! Джеймс! Мне жаль, Аманда. Правда. Что ты делаешь? Не подходи к нему! Это то, зачем я пришла. Не стоит, Аманда. Мы обе можем сделать это. Это работает только один раз. И я намерена получить все. We'll be right back.
трогай меч! Не трогайте ее! Она не хотела ничего плохого! Вытащи чертов меч! Что? Нет! Мама! Мама, послушай меня! Все взорвется, если ты не вытащишь меч! О, Боже! Идиотка! Ты все испортила! Все эти годы я винила себя, а это была ты! Ты убила ее! Убила? Она не умерла! Она отправилась туда, куда должна была пойти я! Объяснись сию же секунду! Или клянусь, я убью тебя на месте! Я говорила тебе вытащить меч! Я говорила! Отвечай! Где моя мать? На Авалоне! Это не миф. Ты не понимаешь? Ты никогда не поймешь. Я зря сотрясаю воздух. С этой секунды каждый твой глоток воздуха – мой тебе подарок. Лара. Многие годы мой отец верил, что мама жива. Только это давало ему силы идти дальше. Я жалела его. Алистер, немедленно ступай в Британский музей. Позвони мне оттуда. Оденься потеплее, это надолго. Хорошо, я иду. Зип, позвони профессору Эддингтону в Кавендишскую лабораторию. Договорись о встрече. Сделаю, что ему передать? Скажи ему. Скажи, что мой отец был прав во всем. И что, возможно, у нас еще есть время что-нибудь сделать.